Приветствую вас, дорогие мои отцы, братья и сестры. Поздравляю с памятью преподобного Никона Игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия, который еще в совсем молодом возрасте пришел к Каве Сергию, услышав о его таком житие богоугодном, и воспылал стать монахом. Но преподобный Сергий, видя такое стремление, решил всецело испытать и послал в другой монастырь его. Вот. Но все равно, пройдя и в других обителях, преподобный Никон не оставил своего такого пылкого желания принять иноческий постриг, стать монахом. Помни слова Господа Иисуса Христа о том, что нужно оставить все и уйти, и быть вместе со Христом. Ибо помню слова, наверное, что иго Христово благо, и бремя его легко есть. Вот такая его была, конечно, вот его стремление к настоящей монашеской жизни. И, конечно, это стремление, когда оно подкрепляется руководством, духовным руководством, вот, помогло молодому человеку в будущем стать именно подвижником, руководителем множества иноков, потому что преподобный Сергий оставил монастырь именно на преподобного Никона, зная, что тот сможет управлять той братьей, которую он собрал. Потому что он принял тот дух, который был у преподобного Сергия Радонежского. Это было очень важно. И вот важно то, что они понимали цель своей жизни и чего они хотели в своей жизни. Для них это была главная цель – угодить Богу. Вот. Каким путем? Вот Господь призвал им таким путем. У нас тоже с вами, дорогие мои, много, есть путь, который мы можем угодить Господу Иисусу Христу. Каждому на своем месте. Вот. Мудрствовать о себе много не надо. Вот. И высоко не надо, и низко тоже очень не надо, а идти по тому пути, который нам предлагает Господь. Вот апостол Павел, посланник к Солунинам, так и говорит, что как нам жить? Живите тихо, трудитесь, делайте все своими руками. И можно сказать, его перефразировать, не искушайте внешних, то есть те, которые не в церковь не ходят, а своим поведением. Можно так перефразировать слова апостола Павла. И вот это очень важно, потому что вот наше такое житие, оно должно быть выпечено. Вот мы такие замечательные, хорошие, потому что мы не живем не для того, чтобы себя показать, вот какие мы замечательные, а чтобы угодить кому? Господу Иисусу Христу. А апостол Павел так и говорит в этом же послании к Солунинам, что воля Божия есть ваша святость, ибо призвал вас к Богу не нечистоте, но к святости. Вот к чему Он нас призывает. Вот. Он нас не призывает каким-то громким таким именно подвигом, чтобы нами всеми восхищались. Нет, а нам трудиться надо для спасения нашей души. Поэтому вот он так и говорит, живите тихо, трудитесь, делайте все своими руками. Вот этот какой вот путь именно молитвы и труда, он позволяет человеку сохранить себя в этом таком трудном мире, который нас именно окружает, полный соблазнов, и предлагающий нам различные такие искушения. Пожалуйста, делай это, делай то. Вот. Предлагает множество путей, лишь бы только человек отошел от Господа и отошел от Церкви Божией. Хулит священников, священноначалие, хулит церковь всячески, да, враг рода человеческих, через злых людей, которые сами про этого не понимают. А кто-то даже понимает, что он делает. Но Господь, когда его даже и распинали, он просил своего отца помиловать своих мучителей, ибо не ведают, что творят. Вот многие люди, которые хулят Церковь Божию, порой даже не ведают, что они творят. Вот так злоба дьявольская именно ополчается на Церковь Божию. А почему ополчается? Вот потому что именно Церковь Божия несет Слово Божие, которое не оставляет человека быть равнодушным, вот. А как меч обоюду остро рассекает его. Или ты этого не делаешь, или ты это делаешь.
но равнодушным оставаться нельзя. Все равно оно будет обличать. Все равно оно обличает именно человека в том его или иной жизни. Как вот святейший патриарх рассказывал, что когда ему задали вопрос, почему вот так люди относятся негативно к церкви, некоторые люди относятся негативно к церкви Божией. А святейший патриарх ответил такому же журналисту, что смотрите, вот вы видите, что как люди, ну вот, ругают церковь, называют себя атеистами, ругают церковь. Скажите, пожалуйста, а вот вы слышали от какого-то верующего человека, чтобы он ругал атеистов? Журналист замолчал, потому что такого не было. Ну, не ругает никто, не хулит никто. Ну, вы живете, не верите в Бога, не верите. Мы просто сожалеем об этих людях, вот и все. Но ругать их, что-то проклинать, ну, их не проклинают. Вот оказывается простой ответ, да? Что, а почему же те люди, которые не верят в Бога, почему именно так о них стараются похулить именно Церковь Божия? Кто в этом виноват? Конечно, враг рода человеческого, который ополчается на церковь. Поэтому мы с вами просто должны вести свою жизнь богоугодную. Апостол правильно говорит, живите тихо, то есть спокойно живите. Делайте свое дело. Вот, делайте свое дело. Вот мы с вами должны так и делать свое дело. И вот пример преподобного Сергия Радонежского, да, ведь он же не искал какой-то славы для себя. Не искал каких-то почестей, просто жил богоугодной жизнью. И к нему потянулись, потому что видели вот такой живой пример. Как можно именно спасать свою душу. Что он и делал. И что приходящие к нему люди тоже начинали делать, видя такой пример. Вот преподобный Никон тоже такой, молодой человек, воспылал. А ведь молодой человек, ну, может и соблазниться в любую сторону. Не зря сказано именно у преподобного Иоанна Лествичка. Когда ты увидишь молодого человека, такого ревностного, да, вот, который стремится все сделать с ревностью и поднимается на небо, возьми его за ноги, опусти его на землю. То есть вот такой пыл молодого человека надо немного остужать, но не остудить совсем, а направить его в правильное русло. Потому что когда человек молодой берет на себя много сил, а потом надламливается, происходит обратная реакция совершенно. Да? Человек надломился и уже оказывается негоден ни к чему, ни к какому доброму делу. Поэтому вот такое именно учение молодых иноков, которые и прошел такое поучение преподобный Никон, да, позволило ему быть вот в скорости истинным подвижником и настоящим таким духовным руководителем, собранной монашеской братьей. А когда он задумал уйти в затвор, преподобный Никон, то братья его потом стали упрашивать через некоторое время, вернись обратно, руководи нами. Они чувствовали, что нужен руководитель какой-то такой, чтобы мог, который ими руководить. И часто руководитель бывает не очень таком, ну, лицеприятным. Приятным к тем или к тем. Дело руководителя даже не в том, чтобы быть всем хорошим и приятным. Нет. Дело в том, чтобы именно привести душу молодого подвижника к доброму, к Богу. Вот преподобный Паисий Афонский так и вспоминает, когда он пришел в свою первую обитель Эсвенмен на горе Афон, то он вспоминает, что я был отдан в послушании братьев, которые меня воспитывали, а доводил меня до совершенства отец Игумен. Вот. И послушания были различные, очень тяжелые были послушания. И трапезные послушания, и гостиничного послушания, когда человек неимоверно устает, времени нет именно отдохнуть, чтобы. Но уставая, все равно стремится угодить Богу. Он стремился угодить, молился и помогал своим ближним. Вот, пожалуйста, пример подвижника, который жил совершенно недавно, нашего современника. Да? Вот. Он, оказывается, тоже именно обладал таким духом, который был у преподобного Сергия, подвижническим духом, таким же духом, который был у преподобного Никона.
потому что Дух Божий, Он вне времени находится. И поэтому человек, стремящийся угодить Богу и желающий именно угодить Богу, обязательно приобретут такого духа, доброго духа. Вот к этому нам надо с вами, дорогие мои, стремиться, да? Всячески угождать Богу. А угождать Богу, значит, и ближним своим. Много от нас не требуется с вами. Нам нужно вот просто вести свою жизнь такую богоугодную. Себя спасая и помогать как людям, которые нас окружают. Не отказывая хотя бы им в просьбе какой-то, вот, не раздражаясь на них, с пониманием к ним подходя. Да? Если мы хотя бы это будем делать, то уже мы именно почувствуем, что мы делаем дело Божие. Вот чего я вам всячески желаю, да? Вот такими делами, спокойными, благостным друг другу отношением, да? Вот добрым отношением, вот вы, сохраняя мир с друг с другом, вы, конечно, приобретете другое в себе, это мир Христов, мир Божий. Чего я вам всем искренне желаю. Я поздравляю вас именно с этими днями, третьим днем рождественского поста. Сегодня же третий день, да, поста рождественского. Он будет длиться, как вы знаете, до праздника Рождества Христова, этот рождественский пост. И считать его каким-то очень для себя ослабленным, послаблением, да, ну, не как строгий, как Великий пост или как Успенский пост, но относиться надо к нему тоже, к такому времени, именно себя такому понуждению к доброму, прежде всего, да, понимая, что и мы, нам дается время для чего? Ну, чтобы себя исправить. Более такое, более сконцентрированное время, которое нам дается, чтобы мы себя исправляли. Ну, направляли себя, немножко себя, ну, понуждали к доброму, да, от чего-то отказывались во время Великого Поста, от каких-то развлечений, от лишнего смотрения каких-то передач совершенно не нужно. Или часто человек говорит так, ну вот я вот смотрю новости, вот новости, я хочу знать новости. А по сути, что такое новости? Ну, сплетни. Только в большом масштабе они получаются, да? Сплетни вот так, да? Что-то важное можно, конечно, узнать, вот, но в основном получается так. Потому что за большими новостями мы стремимся узнать какие-то маленькие новости, забывая, что прежде всего заботы должны быть о чем? О спасении собственной души. Вот, и вот и старайтесь именно спасать душу. Когда вы будете свою душу спасать, то и люди вокруг тоже, вас находящиеся, тоже будут видеть вас, да? Как вы себя ведете. Не на показ, на показ вести себя не надо, не надо. Не для этого мы ходим в Церковь Божию, не для кого-то, не для соседа, да? А для спасения собственной души. Вот пример молодого человека, преподобного Никона, когда он пришел. Да, вот он же не думал, что я ради кого-то пошел. Он ради Бога пошел, чтобы душу спасать свою. Вот и Господь ему за это дал очень-очень много. Ну вот я вам желаю, чтобы вы так же спасали себя, спасали свои души, а через это будут спасаться ваши ближние. Вот. Подвигов, как я говорил, уже больших не надо делать, а просто нужно вести свою такую жизнь христианскую спокойно, по словам апостола. Тихо, да? Живите тихо, не выпячивайтесь. Вот так. Делайте, работайте и делайте все своими руками, не соблазняя внешних. Ну и вот я вам этого всячески желаю. Вот. Милости вам Божия, с праздником вас!